Куколки мои, сегодня расскажу вам об организации моего туалетного столика. И мне кажется, этот уголок святой для каждой девушки. Мы хотим, чтобы здесь все было удобно, красиво, комфортно, чтобы, садясь за свой столик, мы могли сделать все какие-то самые главные процедуры для себя, сделать красивый макияж, ухаживать за собой и оставаться красивыми для себя и для своих мужчин. И сегодня я с вами поделюсь, так как это очень часто запрашиваемое видео, расскажу, как у меня все хранится, все вам покажу, поэтому, конечно же, скорее поехали! А что же это за стол? Столик мы заказывали в магазине IKEA у наших прекрасных кировских ребят. Я обязательно оставлю на них ссылочку, потому что я знаю, что меня смотрит много кировских и очень часто интересовались, где же я его купила. Столик я специально хотела не маленький, как очень красиво и мило выглядит. Я хотела большой туалетный столик, в котором поместилось бы все необходимое, что мне нужно. Стул, табурет точнее, который вы видите, мы с мужем сделали сами из старого стула. Мы его покрасили и обтянули подушечку красной эко-кожей. Как вы можете видеть, на столике у меня довольно много всего стоит, и меня это не смущает. Мне это очень-очень нравится. И сейчас вам покажу, как у меня все там расположено для моего удобства, для макияжа, для быстроты нанесения и прочее-прочее. А нет, стоп, я забыла рассказать вам о зеркале. Зеркало у нас было, я заказывала его еще давно, к прошлому комплекту мебели. И свет, который вы видите, это сделал мне муж своими руками. Мы купили специальный профиль и провели туда мощную светодиодную ленту. И, если честно, она очень круто освещает, все видно, свет холодный. И я не могу нарадоваться тому, что любимый наконец-то сделал мне свет на наше зеркальце. Давайте начнем слева направо. Сначала я вам расскажу вкратце и потом скажу более подробно. Тут у меня стоит потрясающий олень, которого я просто обожаю. Он украшает теперь мой стол. А за оленем стоят 4 подставочки, у каждой свое назначение. Далее идет подставка под косметику. Там у меня хранятся помады, тени, прочее. Дальше у нас уходовая косметика вечерняя, которой я чаще всего пользуюсь. И далее у меня идет вот такое интересное кашпо. Да, не удивляйтесь, это кашпо. Также заказала у тех же ребят в IKEA. И очень практично его использую для своего столика. Отодвинем пока оленя. Пускай он за нами наблюдает, да? Олень. А расскажу я вам об этих прекрасных 4 подставочек, которые, вы не поверите, я купила в магазине Fix Price. И они идеально сочетаются с красной эко-кожей, которая находится у меня на табурете. Первая слева подставочка, там хранятся спонжики, всякая ерунда для кутикулы, еще что-то. В общем, я ей пользуюсь достаточно редко. Далее под кисточки. Конечно же, мне уже хочется что-то более интересное под кисти, поэтому я думаю, скоро я немножко поменяю интерьер, оформление именно своего столика, но пока что кисти хранятся здесь. Далее третья подставочка, и там хранятся карандаши всевозможные для бровей, для губ, для глаз, самые разные. Мне удобно, что я знаю, что все карандаши лежат в одном месте. Я нашла нужный мне вариант, потому что, как вы видите, не настолько уж и много их, ну хотя просто некоторые маленькие. И далее здесь у меня в основном туши, да, то есть тушь для ресниц, для бровей, и еще также в этой 4 подставке находятся консилеры. Так, ну что, поставим оленя на свое место? А мы с вами поехали дальше и разбираем середину столика. В центре, как вы видите, подставка. В этой подставке тут находятся помады, мои самые любимые помады, которыми я чаще всего пользуюсь. От девочек Анечки Гэпсон, Анаска и Сен Лоран, Науба, Севентин, которые я люблю. Это у нас что? Art Deco. Здесь у меня находится от Balm хайлайтер, бронзер и моя самая любимая подводка от Elf. Если мы откроем данный органайзер, здесь мы увидим палеточки. Мои последние палетки от Sleek, от NYX.
И тут еще есть палеточка Бью. Ну, а нижний ящик я обычно называю не ликвид. Здесь тени, которыми я реже всего пользуюсь. Здесь есть две пудры, которые мне очень темные. И румяна, которые разбил Семен. В общем, это хранится все здесь. Перейдем еще правее, и здесь мы видим две туалетные водички, которыми я на данный момент чаще всего пользуюсь, я вам о них рассказывала, и тот вечерний уход, тот вечерний ритуал, который я чаще всего делаю. То есть здесь вы можете увидеть Эгия, Флорейм, которые мне недавно прислали, очень мне нравится. Johnson's Baby, крем с молоком я использую для ручек. Здесь у меня еще бальзам Йос стоял, но он в другом месте. Либо Maybelline, либо Йос я наношу на губы вечером. Тут щипалка. Я не готовилась к видео, поэтому у меня все здесь так, как обычно бывает, навалено все вместе. Кстати, вот это вот вязаное сердечко, это мне прислала подписчица вместе с комплектом шапочка и снудик, поэтому он вот у меня так тоже красиво дополняет мой красный декор. Здесь у меня такая своеобразная вешалка такая, да, у меня здесь пока что просто висят браслетики и стоит расчесочка Tangle Teaser Aqua. Очень она мне нравится, хорошо прочесывает мне волосы, маски ей наношу, и мне кажется, она прям идеально вписывается в мой интерьер. Ну и давайте перейдем к моему кашпо. Здесь, как вы видите, у меня здесь такая небольшая гирляндочка, которая дополнительно мне еще украшает все. И здесь у меня мои тональные средства, которыми я чаще всего пользуюсь. L'Oreal, Lumine, это у нас что, Essence, по-моему, да? Maybelline любимые, вот этот очень светлый, этот нормально. Эльф обожаю, практически закончился, скоро тоже закажу повторно. Шисейда, который я вам рассказывала. Биби Гарниер. А спереди у меня хранятся крема, то есть вот это крем под макияж. И здесь три сыворотки. Это у меня сыворотка от Flarame, сыворотка от Эгия и сыворотка от корейской марки Клайерс. И тут у меня еще гиалуроновая кислота стоит. Как вы заметили, наверное, стол делится на три секции. Первая секция — это вот этот ящичек, средний. Там идет секция, куда можно еще что-то складывать. И тут идут два таких огромных ящика, которые я просто обожаю, потому что в итоге я туда сложила просто все-все-все. И это потрясающе, когда все находится у вас в одном месте, и вам не нужно бегать по всей квартире, чтобы найти нужный лак для волос, масло для волос, крем для тела и прочее. Давайте же смотреть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой бардак. Ну, в общем, если вы поняли, что у меня здесь находится. Тут у меня резиночки всевозможные, потому что когда сидишь, делаешь какой-то макияж или еще что-то, обычно волосы забираешь. Здесь у меня китайский Invisi Bubble, оригинальные. Вот. И здесь у меня огромная гора разных пробников, потому что я их забываю использовать. В общем-то, тут их очень много. Прям всяких разных. И бронзиада, и маски, еще какие-то маски. В общем, все у меня почему-то хранится в этом ящике. Я не знаю, так получилось. И далее там позади еще идут повязочки, которые я использую перед нанесением маски или еще чего-то. В общем, тут такой ящичек беспорядочек называют. Так, ну что ж, а тут, наверное, у нас самое интересное и самая изюминка этого столика, которая просто меня покорила. И открываем. Опа! Мало того, что здесь находится зеркало, и вы можете лицезреть мой штатив и мои домашние штаны, также здесь находится несколько отделений, в которых я храню свои самые любимые вещи. А кто смотрит меня давно, тот знает, что я обожаю очки, часы, украшения, обувь и прочее. Но обувь сюда не влезла, поэтому давайте разберем. В первом отделе у меня лежит моя пандорочка, здесь кольца, а здесь браслеты. У меня есть оригинальная Пандора, оригинальный браслет, и есть китайская подделка, то есть, ну, в принципе, тут сразу все заметно, понятно. Вот, в общем-то, тут они у меня лежат. Не знаю, почему я еще не выкинула тот, но пусть лежит, как говорится. Итак, если заглянуть дальше, то тут находится небольшая коллекция часов.
Часы я также очень люблю. Здесь у меня разные часики. И здесь еще лежит мои самые любимые, самые обожаемые мной очки Ray-Ban, да, как говорится. Правильно или неправильно, я не знаю. Ну, в общем, я их обожаю. Вы все их у меня видели. Ладно, покажу. Такие вот. Заляпанная. Ну и тут очки подешевле, но не менее мною любимые. Целая коллекция. Я их просто обожаю. Ой, мне кажется, я бы зимой ходила в разных очках. А здесь, конечно же, не вся коллекция моих очков. Здесь самые мои любимые, самые интересные. И я просто обожаю открывать этот центр стола, смотреть на свои украшенницы, подбирать часики. И если вы заметили, опять-таки здесь красный декор, да, красный интерьер внутри стола, что прекрасно сочетается вот с этими подставочками и с креслицем, которое находится внизу. Ну что, поехали дальше. Осталось всего два шкафчика. Я надеюсь, что вы не утомились и вам интересно. В первом, так, внутри все вот как-то так. Я вам постараюсь показать, чтобы вам было видно все, что находится внутри. Опять-таки ничего не убирала, все как есть. И давайте немножечко поподробнее. То есть этот ящичек у меня предназначен для ухода за телом и лицом. Здесь у меня всевозможные масла, масло кокоса, аргановое масло, термальные водички, еще одна термальная водичка, точнее розовая. Опять же кремчик, реснички. Тут у меня есть два комплекта. Одни покупала у нас тут, вторые заказывала с AliExpress. Палеточка для контуринга. Всякие кремашечки вот мне мама дарила. Также там, вы видите, есть спонжики, вот эти вот палочки и дезодорант. В общем-то, в принципе, все, ничего такого особенного. Все, чем чаще всего пользуемся. Смывочка вот тут для ногтей, туалетные воды, которые почти закончились или которые мне уже надоели, я ими не пользуюсь. А в нижнем ящике, вот в этом вот, у меня находится все для волос. Ой-ой-ой, нет. Не все для волос, я вас обманула, потому что вот эта вот штука, она полностью идет с лаками для ногтей. Вы можете видеть, здесь огромная куча лаков, то есть вот это вот все лаки. Кстати, это Маринца у меня привезла коробочку, оставила ее у меня, я нашла ей применение. Вот, а далее можно увидеть всевозможные мазюкалки, Вэлла, Керастас, Лореаль. В общем, все мазюки для волос. И в ящике для волос у меня есть волосы. Я хочу с ними снять видео. Новогодний образ мне прислали волосы. И они у меня тоже тут лежат. В общем-то, настоящие, красивые, натуральные волосы. Но я их сейчас не буду вам показывать. Просто так мельком вам показала, что хочу снять с ними образ, как вообще надеваются трессы и как это все делается. Тут вы можете увидеть флеш-тату у меня лежат. Здесь у меня еще коллекция очков. И тут у меня лаки для волос, Тафт с кератином и несколько косметичек. В общем-то, в принципе, на этом все. Мы с Бэмби. Очень надеемся, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезно и информативно. И если оно понравилось вам, конечно же, ставьте пальчики вверх, делитесь со своими подружками, какими-то идеями хранения. Может быть, вы захотите приобрести такой же стол. Как я сказала, ссылки я оставлю внизу. Если вам более подробно и интересно о каких-то продуктах, о том, что вы сегодня увидели, то пишите внизу в комментариях, я постараюсь снять отдельный ролик о каких-то косметических продуктах или о том, о чем вы попросите. В общем, оставайтесь здоровыми, красивыми и счастливыми. Я вас очень-очень люблю.